В Вене незадолго до нашего эфира завершились двухсторонние газовые переговоры в формате России и Еврокомиссия. Уже известны первые результаты. Итак, сторонам удалось договориться. Речь идет о так называемом зимнем пакете. Россия готова предоставить Украине скидку на топливо сразу на два квартала осенне-зимнего периода, заявил после окончания встречи российский министр энергетики Александр Новак. Еврокомиссия сегодня проявляет конструктивный подход. Было заявлено о том, что уже на сегодня договорились с европейскими институтами финансовыми о предоставлении в качестве кредита Украине 500 миллионов долларов для закачки газа в подземное газовое хранилище. И это целевой кредит? Это целевой кредит будет. Причем эти средства будут зачислены на специальный счет «Газпрома» в качестве предоплаты. И, соответственно, это примерно будет составлять объем 2 миллиарда кубических метров газа, что позволит в течение сентября и первой половины октября дополнительно закачать ПХГ 2 миллиарда. Также была достигнута договоренность о том, что Еврокомиссия до конца доведет вопрос о выделении еще 500 миллионов долларов со средств Мирового банка, в том числе целевым образом на закупку газа у «Газпрома». Глава «Газпрома» также отметил, что выделенных Евросоюзом средств недостаточно, чтобы пополнить необходимые Украине запасы. Это 19 миллиардов кубометров. В любом случае, встреча в трехстороннем формате России-Украина-Еврокомиссия может состояться уже на следующей неделе, там же, в Вене. Говорили сегодня о двух масштабных проектах – строительстве Северного и Турецкого потоков. Консультации решено продолжить уже на экспертном уровне.